Всем привет! Приобрели вот такой вот лимонад. Это добрый, ну, как это, Кока-Кола, которая тоже у нас добрый. И сейчас, я не знаю, получается, она как, ну, как Кока-Кола, что ли, должна быть по вкусу. Но давайте попробуем, потому что вся фишка же в газации, вся фишка в оборудовании, на котором делают, а не во вкусе. Вкус-то, в принципе, у всех похож, а вот газации как раз нету. Ну, здесь производят его много где. Ростовская область, Новосибирская. Ну, давайте смотреть на это сейчас не будем. В принципе, будем сейчас сравнивать, похоже это на колу или нет. Ну, судя по крышке, не очень сильно она так выпирает, поэтому сколько газов там, я не знаю. Давайте сейчас откроем. Ну, есть такой хлопок, это стрельно, в принципе, норм. Давайте нальем в стакан. Она хорошо пенится. Ну, в принципе, похоже пока на колу с количеством пены. Давайте попробуем на вкус. Ну, пока смотрю, газики мелкие. Вроде, может быть, оно и то. Давайте попробуем. Ну, так оно похоже, но что там... Сейчас, дайте еще. Не, отрыжки-то и не было. Как-то очень странно. Нужно сейчас немножко постоять, посмотреть, исчезнут ли газики или нет. Потому что как-то в коле чувствуешь, что они есть, а здесь... Ну, они мелкие, да, но, блин, не знаю, сейчас исчезнут, не исчезнут. Давайте постоим, посмотрим. Потому что колу, когда пьешь, прямо рту больно. Но она похожа, но газиков здесь, мне кажется, намного меньше, потому что ну, не было вот этой кольной отрыжки сейчас. Я вот выпил несколько. Обычно, когда пьешь, ты так... А сейчас такого не было. Блин, за это огромный минус, потому что лимонад без отрыжки – это фигня полная. Сейчас он еще чуть-чуть постоит. Ну, газики мелкие. В принципе, очень похоже, но газа чуть-чуть меньше. Ну, по вкусу, по запаху это, в принципе, та же самая кола. А по газу почему-то их чуть-чуть меньше. Ну, а так, да. Кока-кола, кока-колой. С мелкими газиками, но с маленьким количеством. Так вот, спасибо вам за просмотр. Палец вверх, подписка. Пока-пока.